Ты что, Марго? Как твой бок? Побаливает. Извини, у меня еще не прибрано. Ты что, куда-то собираешься? Да, собираюсь. Один? Неважно. Это не ты говоришь. Это кричит твой вакуум. Пусть так. Она тебе не нужна. Много лет я портил и усложнял твою жизнь. Теперь мы, наконец, свободны и вправе распоряжаться собой. Так ты считаешь, что, наконец, можешь не скрывать своих склонностей? Каких склонностей? Я все помню. Кокотку! С ее чувственным, порочным ртом! Прости меня, я больше не могу продолжать беседу в подобном стиле!